Битва умов разразилась на кафедре социальных наук Набережной Челнинского института КФУ. Брейдеринг по биологии провели сотрудники кафедры для старшеклассников города. Всего в игре приняло участие 174 школьника из 24 школ. Викторина проходила в несколько туров – индивидуальной, заочной и очной командной. Популяризировать биологические науки в рамках также профориентационной работы и вообще привлечь внимание общественности к нашему вузу. Где живет мысль? Такова главная тема викторины. Перед началом все команды были ознакомлены с правилами, по которым не разрешалось пользоваться телефонами и интернет-ресурсами. Вся игра состояла из 9 блоков. Самопрезентация, вопросы на эрудицию, логику и знания предмета, ситуационные задачи, а также борьба капитанов. Брейнринг стал еще одним шагом к подготовке к единому госэкзамену. Все участники получили сертификаты, а их преподаватели – благодарственные письма. Игра была очень активно, и это наш, правда, не первый опыт, но мы каждый раз, приходя сюда, понимаем, что мы одна команда, и нам все больше и больше нравится эта игра. Сегодня мы почувствовали, что многие конкурсы, многие серьезные соревнования тоже могут быть веселыми, все благодаря ведущему тоже. И сегодняшняя игра была что-то среднее между знаниями и весельем. Лиана Санамян, Алина Салахутдинова, Антон Шепеленко, Универньюз.